очень непривычно и длинно. Временно исполняющий обязанности главы республики. Именно так больше 8 месяцев нам придется представлять Вячеслава Гайзера в титрах и официальных сообщениях. 15 января истек срок его полномочий. Выборы главы Коми только в сентябре, и чтобы республика не оставалась без руля и без витрил, президент подписал указ о ВРИО. Ни для кого не секрет, назначение действующего руководителя означает, что именно он будет поддержан Кремлем на выборах. Но если вы помните, Гайзеру этого мало. Для выдвижения ему нужна поддержка «Единой России» и жителей республики. Татьяна Супряткина собрала первые отклики. То, что именно Гайзера Путин назначит временно исполняющим обязанности губернатора, для многих было очевидно. Как показывает практика, подобное доверие президент высказывает лишь тем руководителям, чей субъект на фоне других выбивается в лидеры. Коми сегодня по результатам различных исследований и опросов как раз занимает передовую позицию. В российском рейтинге регион крепко закрепился как динамично развивающийся субъект. Причем это оценка не только независимых экспертов, но и самих жителей. Большинству жителей Республики Коми нравится проживание в республике. Вот. Ну так, в частности, у нас цифры были достаточно высокие в Сыктывдинском, Троицко-Печорском, Выслимском районе. Этот показатель числа опрошенных составил где-то порядка около 90%. В инвестиционном рейтинге Северная Республика за последние 4 года поднялась на несколько ступенек. Бизнес охотно идет к нам. Суммы капиталовложения выросли в разы. Даже иностранцы проявляют заинтересованность. К примеру, только за последние 1,5 года в различные проекты зарубежные инвесторы вложили более $1 миллиарда. И это несмотря на то, что все это выпало на самый сложный период – разгар мирового экономического кризиса. Несмотря на непростые годы финансовых отношений и инвестиционные, развитие республики сегодня просто двинулось, строятся социальные объекты, все равно, несмотря на трудности, строятся предприятия промышленные. Вячеслав Михайлович, как вот такой финансовый менеджер сам, один, я считаю, что, наверное, один из лучших финансистов в стране, он как никто понимает, как брать деньги, как их вкладывать, как эффективно использовать, потому что, будучи заместителем главы, будучи министром финансов, он сам этим профессионально занимался, поэтому вот его понимание и формирование команды позволяют двигаться здесь вперед. В поддержку нынешнего губернатора общественники приводят еще один важный аргумент. В республике идет массовая застройка. Завершился период долгостроев, детских садов, школ, спортивных объектов, больниц. Причем каждый объект под пристальным вниманием профильных министерств и ведомств. Рука губернатора всегда на пульсе, отмечают представители муниципальной власти. Я не понаслышке знаю о том авторитете, который Вячеслав Михайлович имеет как среди губернаторского корпуса, так и среди руководителей федеральных органов исполнительной власти, министерств и ведомств. И его как человека отличает не только очень высокий профессионализм, но и замечательные личностные качества, и очень высокая работоспособность, и он по-настоящему патриот своего родного региона. Будущее республики за молодежью. Об этом не раз упоминал Вячеслав Гайзер. Это всегда означало одно – надо инвестировать в подрастающее поколение. Качественное образование и стимул к знаниям – вот две составляющие экономики региона. Квалифицированные кадры должны стать основой любого производства. Жесткая позиция Гайзера нашла воплощение в жизни, уверяют педагоги республики. Я считаю, что в первый год, это 10-й год, когда начало работу новое правительство, были расставлены акценты на разработку программы модернизации профессионального образования. Это, безусловно, эффективная реализация программы реформирования общеобразовательной школы. Это развитие программы, это развитие и акцент на молодежную политику в нашей республике. Это все было за эти 4 года. Самая мощная народная сила республики в лице профсоюзов тоже в один голос говорит. С нынешней властью можно договариваться. Она их слышит, понимает, а главное – поддерживает. Сегодня в различные ячейки входят более 100 тысяч человек. Врачи, культработники, педагоги, аграрии, промышленники, госслужащие. Глаз народа за доверие президента Гайзеру. Открытый, доступен для населения.
То есть люди могут к нему в любой момент попасть со своими проблемами, со своими какими-то бедами, и он это все разрешает. По отношению к профсоюзу он также открыт, с нами работает. Наши отношения строятся на основе социального партнерства. Очень активно работаем мы с правительством посредством трехсторонней комиссии. Все актуальные вопросы решаются именно по благосостоянию населения наших членов профсоюза через трехстороннюю комиссию. Коми сегодня ассоциируется уже не только как сырьевая база страны, но и привлекательный регион для туризма, поддержки и развития культурных традиций. Например, в финно-угорском мире у нас тесно налажены связи. Поддержка идет сверху, отмечают лидеры общественных движений. И добавляют, сегодня есть четкое понимание, как и что надо делать, чтобы сохранить свои корни. Эти годы показали, что он сумел выстроить отношения в республике со всеми партиями, политическими, со всеми движениями общественными, которые есть. То есть он действительно стал политиком. Назначение его – это оценка той деятельности, которая была. И в определенной степени, на мой взгляд, это некоторое добро и на будущее. И это вполне заслуженная оценка. К слову, не только родственные народы крепко сдружились между собой. Республика многонациональная. К представителям каждой нации и вероисповедания здесь особое уважение. В республике создан комитет по комиссия по гармонизации межнациональных отношений. Очень важное значение имеется, очень большое внимание этой комиссии деятельности этому уделяет Вячеслав Михайлович Гайзер. И думаем, что уже положено хорошее начало, и в будущем мы сможем дальше существовать в мире и согласии люди разных национальностей и вероисповеданий. Свою оценку высказывают не только общественники региона. Политические лидеры решение президента тоже называют очень удачным. Например, единороссы республики назначением Путина очень довольны. Выбор пал на их кандидата, а значит, впереди партийцев ждет новый этап работы, самореализации и борьбы. Все-таки в сентябре жители дадут свою оценку и выберут самого достойного на пост губернатора. Нам, конечно же, приятно, что наш партиец, член партии «Единая Россия», член высшего совета партии, Вячеслав Михайлович Гайзер назначен исполняющим обязанности главы республики. Вот, еще раз показывает ту высокую оценку, которую дает сегодня ему президент. И, конечно же, в том случае, если Вячеслав Михайлович свою кандидатуру выдвинет на пост главы республики, партия поддержит его, и мы сделаем все возможное для того, чтобы в сентябре наш кандидат достойно выиграл на выборах главы республики. Оппозиция нынешней власти на все аргументы приводит свои категоричные «нет». Нет движения, динамики роста. В пример приводят незавершенные проекты «Белкомор», недостроенный санаторий «Серегово». Но признают, магистраль на федеральном уровне рассматривают как транспортную артерию Европейского Севера, а в «Серегово» уже завершается строительство. И это заслуга нынешней власти. Впрочем, коммунисты в кресле будущего губернатора видят все же своего кандидата. С ним уже определились. На выборы пойдет Андрей Андреев, депутат Госдумы от Коми. Всякая политическая партия обязана участвовать в политической борьбе. Для того она и создается. И мы обязательно участвуем во всех выборных кампаниях. Конечно, мы всегда стремимся к победе. Но как получится, ну это ведь доверие народа нужно завоевать. Решение президента означает одно. Он доверяет нынешнему руководителю. А значит, все, что делается в регионе, оценивается положительно. Республика не стоит на месте, движется в правильном направлении. Как бы то ни было, нынешнее назначение временное, с приставкой ИО. Гайзер проработает до 14 сентября, а уже тогда сами жители сделают свой выбор, кто должен стать у руля республики на ближайшие 4 года. Татьяна Супряткина, Иван Богомолов об итогах народного мнения.